Подрубил трансляцию. Окей. Блять, посмотри сейчас, короче. Картинка вся ебаная. Хочу посмотреть. Ну, трансляцию, блин. Сейчас посмотрим. Вроде работает. Ну, FPS, конечно, не очень высокий, я не знаю. Ну, работает, работает. FPS 30 специально стоит на трансляции. Сейчас я посмотрю пароль, можем. Скинь мне FTS. Да слушай, ты все с ноута играешь, да? Да я тебе могу на славном просто сказать. А, у нас трансляция виртуальная. Так, ладно. Ты скинь. Кинул. Пароль, конечно. Ты в трансляции сейчас выводить будешь, дружок. Я думал, тут не видно, блядь. Да похуй. Ну как, похуй, зачем, не надо. Ну, трансляция, прежде. Ну, если кто-то войдет, кикни. Чё, не входит, блядь? Если запаролили. Типа, если войдете, мы кикнем вас, не обижайтесь. 100 раз, блин, запускать, останавливать не хочу. Так, у меня из-за того, что... Повторяйте то, что мы с тобой говорим. Какую-то задержку. Я теперь трансляцию не смотрю, если надо... Ну, там у меня вроде задержка стоит. Я понимаю, я тебе говорю, если надо будет проверить, то ты скажешь, я открою, посмотрю. Сейчас я сразу. Вот посмотрю. Сейчас посмотри, я сворачивался. Ладно, сейчас. Просто помню, как я сворачивался, разворачивался, у меня картинка, какой-то баг был, останавливался. Потом... Давай сворачивайся, я посмотрю. Да не, я уже развернулся. Типа, чтоб картинка шла. Просто на S-Champ, помню, стримил, свернулся, развернулся, и у меня картинка на одном моменте остановилась. И все. И вся запись была. Сейчас вроде нет такого бага, но все равно. Сейчас немножко лаганул, но все нормально работает. Ну это интернет, ничего не поделал. Все нормально, нормально. Так. Просто начинаем, играет у нас Пеппер против Мола. Чья будет первая карта. Смотри за Пеппер Тима. Говори, инвизы там, не инвизы. Я буду вырубать свечи. Они, кстати, любят инвизы по очереди юзать все тимы. Конечно, посмотрим. Мистер Кро попал, кстати, на трансляцию. Наверное, увидел, как ты пароль вводил. Ну ладно. Да, конечно, смотри, дорогой друг, почему нет? Если сейчас тебе бух не кикнет отсюда. Похуй. Мол берет первую мапу. Сейчас мы посмотрим, что у них вообще было по их. Главное, чтобы не было тут 100-500 человек. Прям. Кстати, у меня графа не как у Науда. Че он гонит? Какая убогая. Да ладно, нормально. Графа, я почти на максималку. Мы стоит. Не на графу смотрим. Это игра 2004 года. Как тут нахрен графон, ребят. Мы смотрим на игру. Что они решили? Типа Крову пофиг. Он не предвзят тут. Вряд ли сливать инфу будет. Да нет, инфу он не будет сливать. Смол берет Хеопс. Так, смотрим команду Смол. 3 на 3. Ну, Смол, конечно, играть будет
первую очередь Смол. У него ППР 5-0. Он делает 50% от урона команды. Остальные там все 14, 20, 17. Пейпера. Играет Пейпер, Кофе, Фарсиец. Панк тоже играет. В первую очередь играет Кофе. Самый большой. Короче, Смол плюс 3. Говорю, Смол плюс 3. Если вкратце. Ну, может, не плюс 3, но 2 точно. Ну, 2.5. Вышли команды с разных мест. Смол вышел с первого места группы А, Пеппер вышел с последнего места группы А. Так вот интересно было. Речи. Да, конечно, для чего. Так. В принципе, так на Смола, конечно, которые смотрели, следили за чемпиком, больше ставок нет. Считается, что Смол сильнее. По факту сейчас посмотрим. Команды из разных групп вместе пока еще Кофе встречались. В целом команда лучше. Кофе? Да. У них нету это команда не Кофе, это команда Пеппера. Пеппера. Смола команда тоже не слабая, и Расти, и Снуп, хоть они там и второй, третий пик, но они играют достаточно неплохо. Ну, посмотрим, как Снуп будет, он нестабильно играет. У него бывает пинг, но вот смотри, вот у Снупа ПР 2-0. В принципе, нормально. Вот у Криза первый пик, у него ПР 1-4. Как бы он, хочу бежать, вообще но слабое звено. Вот. У Расти на последний пик 1.6 ППР. В принципе, на последнюю корзину это нормально. У Мистера Фанго из Пеппер команды тоже 1.6. Ну ладно, пошла. Ну, у Пеппер 2.8, а у Смол 5. Ладно. 10.6 тут ставят уже. Взял Хиоп. Смол занял свою любимую верхнюю позицию. Он каждый раунд там, и сколько мы играли, он никогда туда не уходит. На этой карте в основном вот вверх играет. Это я уже знаю из пабликов. Ну его оттуда выпалили. Упал. Но у него 35 хп, в принципе, теперь надо уже отбегать. Пеппер минус 1, Форс уже 10 хп, остальные тоже лоу. У Смола Крис фуловый. Ну и сейчас Смол один останется. Крис фуловый, но он как-то не очень активно попадает. Можно сказать, вообще ничего не попадает. Так. Форс 10 Крис хп, Смол, ну Форса, это... Да, это решено. Это было предрешено. Форс уже хэдшот успел поставить. Пеппер 70%. Аима. Ну, что-то Кофе и Пеппер пока не особо показали. Смол опять на топ. Вот на топе, кстати говоря, очень можно так неплохо ловить хэдшоты. Ты когда пригнулся, но голову твою видно, и что-то залетает. Вот у Смола 60 хп осталось. Если против тебя Бугатти. Команда уже Пеппера знает, что Смол будет постоянно туда заходить, они теперь его не будут запускать. По крайней мере, в начале раунда они уже будут смотреть, ага, там будет Смол, туда будет спам, туда будут шок-комбы, туда будет лайта. Пока они это делают, они все сконцентрированы на этом. Их могут легко поджать в это время. Вполне возможно. Посмотрим. Только команда его этого не Смол минус, Пеппер даблкил сделал. Вот здесь 3 в 1, это, я думаю, раунд Пеппера. Хотя да, мог бы... Ну, пока держится, неплохо. Нет, ну так-то может. То есть, типа, он сейчас не получил лайту. Ну, сейчас... О, один хп, неужели один... он троих? Нет. Один может, хп. Последним хп, да. Все-таки не вышло у него. Но Снуп сейчас, кстати, неплохо сыграл. Не было инфы, что ли? Но в конце, да, миник, если бы достал, это был бы Дархон. Ну, я говорю, инфы не было, по-моему, что лоу. Трое проходит слева. Команда Смола. Выгнали Пеппера с его респа. О, сколько шок попал Смолу сейчас. Он 2 в 4. Смол 65 хп на топе. Шок 5, по-моему, попал. 5 форсаж. Делает минус. Я не знаю, он вообще промахивается, нет? Промахивается. 51% лайта. 50% шок. 54% лайта. Сейчас еще изи раунд будет для Смола. Ну, а он сейчас пойдет адреналин, скорее всего. А может, да, взял инвиз. Инвиз.
Сколько он сделал сейчас? Да, дамага посмотрим. Было 1500. Вообще против них легко инвиз юзать. Они не умеют против него играть. Посмотрим. Пеппер уходит с шилдом. Мол, будет фанга давить теперь. Ну зачем он не может ничего попасть? Зачем он время на фанга тратит, интересно? Я не знаю, минус Пеппер. Но Пеппер он так случайно мимо пробегал просто. Он там, это странно, форт, конечно, форсит, извините, позицию такую занял, думал, его там не видно. Один кофеек остался, ставит хедшот Кризу. Молы все лоу. Кофе имеет шанс сейчас, нет, теперь уже не имеет. Ну, короче, карта за смолом Хиокс, при том с отрывом огромным. Видно, что немного сильнее. Смол сделал, получается, 440 урона. Инвизом. Если конь там фостыми ракетами не будет смола выносить, то они. А кстати, кстати говоря, он обычно так играет, с ракетами слетает, но в этот раз почему-то. Ну вот сейчас вот не видно, чтобы он на смола прыгал. Лайта, лайта. Лайта, у него 22%, в принципе, нормально. Совсем он может. Что-то попадает. Попал сейчас снуп и неплохо. Мол, опять лоу, вот проходит половина, 30 секунд проходит, даже не половина, это четверть. И у него уже там остается 70 хп. Его неплохо попадает, в принципе. Смол, сейчас 55% него, будет уходить. Сейчас Пеппер ничего не смог в него попасть. Ну, он слишком, они слишком полагаются тоже, по-моему, на Шоколайт. Они не смогут они выиграть. Ну, сейчас Flawless Victory было. И мне кажется, если спамить побольше, они будут на равных сражаться. Ну, кофе, пеппер могут, конечно, из лайты пострелять из шока, а банк и форс, у них сроки-то получше заходят. Сейчас неудачно так кофе прыгнул. Но не добил его смол. Этот пинг, рад. Хэт ему поставил. Кризу с хэт поставили. Все, кофе нету, форса нету. Райфи делает дабл стопа. Хотя вот зажались. Если посмотреть на очки у команды смола, в принципе, кроме Криза, остальные все играют отлично. 2-2 ППР, нормально. В следующем раунде будет у них или один инвиз, или два инвиза. Неудача смола дался, конечно. Там его вдвоем зажали сразу. Если бы сейчас плюшка не поймал. Еще плюшка. Это щит, зря щит. Был буст, это зря, и застрял, не, не, не. И застрял, уходи. Быстрее, блин. Эх, застрял в текстуры. Ну что с молнией там, блядь? Нет, он паниковал просто. Паниковал, парень. Бывает такое. Типа, ну доджи назад можно делать. Возможно, стоп сейчас будет инвизиться. Нет, не инвизиться. Может быть, не хватает у него. Да не, он не набрал. Ну, 13 почему не набрал? Набрал. Может быть, кого-то попало своего немножко и отняли чуть-чуть. Хедшот, словил. Хедшот. Я не видел это, к сожалению. Я не знаю, что-то вроде начали. В принципе, 3-3, и сейчас 4 в 2 играют, 4 в 1, так что 4-3. Что-то поплыли они как-то. Может быть, сейчас посмотрим. Там кто-то зашипел, Снуп в инвизе. Да. Пытается Рокет там Пеппера зажать. Против него двое, боится, уходит. Ну в инвизе, не знаю, есть ли смысл уходить, сейчас просто терять адреналин свой. Ну там жесткий спам, блин. Ну, надо было самому оспамиться. Противников не видеть, сейчас уже инвиз закончится. Короче говоря. Снупу лучше бустер юзать. Да нет, сделал он один фраг Пеппера. Ну в спину это такое. Два в три. Мол. 112 хп, 116 смол. Команда Пеппер, конечно, побольше хп. Ты кофе. Да, и молодец. Он уже. Ну нет, это зря, конечно, смотрит. На топ лезет. Они 100% знают, что он там будет. Смол не ожидал такого трикса от кофе. Он любит шелдом. Залезть на эту перекладину. Не ожидал. Он не первый день играет, он должен знать. А никто так не делает, кроме кофе. Кофе, конечно, решает в команде Пеппер сейчас. Да нет, там все решают, кроме фанга.
Да нет, фанк 1.9 и 6.4 по фрагам, кстати говоря. Все в плюсе, кроме Пейпера. У Пейпера 5.6. Ну, это он на Кризе, наверное, набил. Вот у Смола, да, вот Криз именно немножко тянет вниз. Да это вообще 0.6, это слабовато. Посмотрим. Может, карта не его, может, не знает этой карты. Какая карта не его? Почему вы как бы сунули в первую корзину? Что это за игрок такой? Ну, он же олдскул. Я тоже не слышал. Мне говорили, что он раньше типа круто играл. Но что-то вообще не видел. Фиок 1-2. Фиок лоу, так что. Да. Так что да. Мол, 3 хедшота уже сделал. Там большой дамаг у него. По очкам пока проигрывает. Зашипел. У нас кофеек. Взял инвиз. И сейчас он довит Расти. Уже 2 лайты всадил Расти. Расти лоу. Смол удачно, наверное, попал в минус. Смол испугался, ушел и погиб. Там 2 инвиза было. Все, Криз минус. Расти уже у него там осталось совсем немножко. 25 кп. Но это раунд Пейпера. 6-4. Но они 2 инвиза заюзали. Форс тоже был в инвизе. Может быть, я не увидел. Ну, Форс, может, был в инвизе, но кофеёк тут разложил всех. Нет, Форс разложил Смола. Он просто в него суициднулся почти с Рокета. О чем я и говорил, что он должен делать. Гати, готовь ключи от квартиры, Кроу пишет. Да, каждый. Наверное, проспорили. Ну, не видит, сейчас его кофеёк отстреливает, а Стук его даже не заметил. Ну, я сделал минус. Буст такой включил Смол. Вот что-то я не думаю, что ему поможет. Ибо... А, нет. Нет, ну он тащит действительно за двоих, смотри, у него 50 очков. За двоих играет. Сейчас надо еще одного убить. Реал сейчас кофейком перестреливается. ХП у него нет, надо отожраться. Надо было фанга добивать. У него тогда буст продлился дольше. Ну, конечно, если он взял бы адреналин. 4 хп осталось после буста. 1 в 3. В принципе, Пейпер 2 лол. Не, что-то не думаю, что он затащит. Посмотрим. Одна лайта. Попадает. Когда надо, не попадает. Когда не надо, попадает. Сейчас он вышел плохо. По крайней мере, всех троих поймал где-то справа. Сюда уж точно он уже не обжимает. Видит. Поймал сейчас Блэк, хорошо, спам. Работал. У них инфа тоже проходит, что он лол. 7-4. Это карта Смола, он пока проигрывает. 2, опять на топ. Перестреливается то ли с Пейпером, он то ли... с фангом перестреливается. Он тратит время фанга. На фанга. Получил. Сейчас отмолотил от кофе. Ну, сейчас они 4 в 3 играют. Ему надо просто срочно кофе искать и Пейпера. Тогда легко будет раунды брать. А он почему на фанг отвлекается? В это время его команда убивает. Разменивается Крис фангом. Мол уже лоу, а кофе, в принципе, пуловый. Прости, может, что-то делать, если он даст инфу, чтобы Смол как-то обошел. Ходи. Прости, сейчас спалился. Ой, кофе-то фуловый. Фуловый, да. Немножко зацепил. Нет, не критично, в принципе. Не увидел сейчас левого соперника, он. Ой, промазал. Попал. Вот сейчас было неплохо. Вот если плейтой попал, Расти может быть и затащил раунд. Может быть, он еще и затащит. 74-130, в принципе. Нет, уже все. 61. Сейчас точно сейчас не затащит. Кофе теперь будет прятаться наверняка. Ой, промазал. Хотя нет, 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 не прячется. Расти вперед с пинником, но минг здесь рано. 74 хп, это все Dark Horse. Вот если Расти попал, кофе вытаскивает. 3, 2, 1. Попал. Кофе там попал очень удачно, вот этот тоннельчик. Мало, когда он наверху выпрыгнул. Мол, теперь на топ не идет. Бегает внизу вся его команда. Тоже, мне кажется, не очень удачная позиция это. Немножко перестреливается там все. Мид. Здоровье.
Смол вообще никуда не лезет. Он внизу вот тут ходит туда-сюда и все. Видать, Но для дефа он решили фоловый, его. тут у него как бы удачный получается, смотри. Они теперь 4 в 1 играют. Они, по-моему, все дефа решили играть. Она, возможно, команда Пеппера решил продавить, подумали, что они так неплохо у них получается. Пошли все вперед. Но Вот не и прошли. та же тактика, он опять внизу. Да, и, кстати говоря, респы те же самые, почему команды сейчас респы не поднялись. Находятся по тем же сторонам. Слушай, свой медведь бегает. Что он сделает? Что он не сделал? Снуп Он. разменялся с форсом. Инвиз кофе врубил. Ну, это не размен, что он там в инвизе сменялся. Это так. Не очень удачно получилось. Кофе в инвизе на смола нападает. Ну это 9-5, наверное. Кстати, обходит Все, фуловый. точно Смол 9-5. уже минус. Да, было просто. Ну, Крис, конечно, подводит. Кто-то зашипел еще. Двое форс в инвизе. Да, и он И в все. бусте Крис. Зачем он вообще, правда, буст взял в самом начале раунда 25-25 у него, и он почему-то Очень это было легко вообще вообще слили. это было непонятно сейчас. Очень легко смолы сейчас слили. Все. И он погиб. У него был 250 хп, у него был буст, и он отдался. Пангу. Да. Серьезно. Интересно было послушать, что там в команде Смола происходит. Да ничего Разговоры. особо, наверное. Да, не думаю. Че не скажет-то? Ёбаный рот этого казино. Фановая Тима выиграла на Ну, мы изи. играем здесь, ну, мы играем, кто сейчас играет по 3. Надо выиграть 3 карты. Так что одну карту они проиграли, это, я думаю, им не так страшно. Понятно, что они берут Вася или Акбал, они берут Акбал. Но Акбал против Смола тоже не знаю. Удачно это или неудачно. Кстати говоря, сейчас неплохо, мистер Фан, по очкам смотрите. По-моему, на Акбале уже все научились играть на этом чемпе. Типа, если в самом начале прокатывало, а сейчас не знаю. Карта такая открытая, с одной стороны, с другой стороны можно отбегать. Ну, Смолу, да, помню хорошо. Акбал играл, не помню против кого. Вот, в принципе, мне кажется, Смол здесь можно отбегать, потому что его все-таки маленькая карта, Акбал побольше здесь. Можно попрятаться, если даже там один в три останется. Я помню, против кофе играл Покрысить. Акбал, было очень сложно. Кофе тоже большой специалист, наверное, по Акбалу, я, конечно, знаю. Тебе есть очень неудобно бегать за кем-то. Но с другой стороны, вот Фанк, Форс, я вот поставить так не смогут. В основном, по крайней мере, начало раунда, первая половина, на дистанциях происходит. Тут лайтшок уже решает. Мол уже начинает накидывать лайту и сам получает. Да, Видит противников и вперед не лезет. Уже сзади обошли его. Его команда ничего не держит, ни хрена. все трое Трое обошли сзади, наверху. и это трое внизу у Смола, это не зря. Ох, зря они. Нет, нет. Смол раскидал одного, да. Они должны нападать на Смола, но они кого-то другого убили. Могли Дают сверху ему, не Смола дают пропушить. подняться ему. Вот, против кофе, кофе минус. Дабл. Он троих уже убил, там вроде остался один. Ну, Смол видно, я на полную их старается. На Хеопсе он хуже играет. Неужели всю команду он убьет? Нет. Ой, 7 Ну, хп. Снуп поймал сейчас, конечно. Ну, команда вообще ничего не Там уже сделает. миник уже звучит. У Форса, он уже знает, что Снуп лоу. Ему сейчас одна шальная пулька и раунд закончен. Но Смол набил 8-4 и в следующем раунде, если так же удачно набьет. Ох, забылся парень. Сейчас, если Смол так же удачно набьет, уже будет инвиза, все уже будет по-другому. Все будет по-другому, если его команда что-то делать будет. Да нет, неплохо раунд сыграли, почему? Правда, никого не убили у него, он один сыграл. Он один всех Вообще, убил, а они даже сейчас попасть не отца может, да. не додамажили. Сейчас расти немножко.
Помог. Мол, сейчас сзади обойдет. Ага, поймал пейпера, теперь не отпустит наверняка. Не отпустил. Кофеек. Ну против кофейка 61 хп, он, наверное, не полезет. Нет, полез, смотри. Да не, кофе от кого-то убегал и просто кофе, спиной прыгнул. Кофе отстрелялся удачно, тоже осталось 60 хп, 2 в 2 остались. У кофе вся команда лоу. Ну, Крис более-менее. Теперь надо убегать кофе. Но против Снупа ему опасно тоже. Крис может его хотеть соперник. А, ну, кофе 60 хп, одна лайта ему. Да, ему одна лайта. Ну, а лайту всаживает пока что он. Он слышит противников. Знает, где они. Вот, минус. Блять, Крис, зачем так прыгнул? Он не знает, где соперник находится. И Снуп тоже не знает, он его ищет. А кофе его слышит. Вот кофе сейчас особо не дорожится активно, он больше слушает. Ну и Крис бы слушал. И Снуп затаился тоже. Ага, нашел. Сейчас решит только АИП. Кто точнее, Снуп точнее оказался. Да. Ну, и... раунд надо было брать. Не надо было кофе мне спускаться. У Смола 13 вместе. Уже очков, может зашипеть. Если сейчас он удачно завязает инвиз, он не берет пока ничего. Ловит опять лайту. Как-то он, я не знаю, опасно перестреливается постоянно. И не особо, там у него сильный противник, но и он не может попасть особо, и в него попадает. Почти половину хп потерял. Берет инвиз, как-то случайно, наверное, включил. Да-да, случайно, осталось. На 50 хп. Ох, и он сразу забегал, за них надо искать противника. Одного нашел, он далеко, будет фанга давить. Против Билла, конечно, это интересно. Рокет, Билл хэдшот, таки. Двое ловит лайту. Ну, хотя бы сделал шаг, почему нет? Он слил инвиз на фанга, блин. И все. Кофеек. Ну, кофеек, смотри, у него тоже остается. Вот 38 хп там. Он аккуратненько играет, по бокам где-то ходит, не лезет особо. Его Тима вообще что-то ничего не может. Кому-то надо получить здесь. Сейчас, может быть, кофеек возьмет инвиз, у него тоже уже адреналин подошел. О, форса скоро будет. Пока, видимо, ждет для удачного момента, можно забуситься. Так, 3 в 4 остается. Блять, Крис 0-2. Выходит команда Пеппер со своего респа. Он опять 60 хп, он очень активно вперед идет и постоянно в него попадают. Кофе фуловый, наверное, будет ждать уст. Ну вот этот раунд засунул. Не факт. Сейчас если кофе... Да, 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 да. 200 хп сняли, это моментально у кофейка. 4-1. Оставались они. 2-2, зашипел кто-то. Шипел кофеек в инвизе. Заходит на рез смол, никого не видит. Я помню, нашел тут Снупа. По очереди в зале против нас инвиз. Просто каждый раунд кто-то им не скучал. Думаю, тут так же сейчас. Ну, в команде смол сейчас некому включать инвиз. Ну да, в потому что они не могут набить. В команде кофе, если форт сейчас не будет по своим стрелять, как он сейчас только что сделал, то возможно, что и накупит. Я думаю, без Криза бы легче было. Они бы пока что на адрен не набивали себе. На этой карте Крис сделал 4 фрага уже. Он играет лучше Снупа. Нет, он просто по одному хп, наверное, добивал. Все. Хрен знает. Ну 0-6, блядь. И 3 очка. 3-2. Ты что думаешь, надо... он самый фуловый фрейз? Команде Смола надо что-то менять. Он 1-28, Криза остальные менять. Все, конечно, внизу. Уже это невозможно. В принципе, он мог это сделать. Но он, видимо, честный человек, не стал. Так, конечно, мог сказать, хочу замену, там Криза нет или что-нибудь. Нет, с такой игрой ему, конечно, в финале делать нечего. Не в обиду, но слабовато сейчас. Эта карта проходит. Смол, конечно, тащит 5-3 ППР, но остальная команда просела очень жестко. 1-2, 1-2, 0-5. Бустер смол рубил. С другой стороны, Крис не виноват, что его первым выбрали. Понимаешь, то, что он не может на первый пик играть, это не его вина. Игроков слабо хватает у нас. Потому что не надо, а всем в общую связь было.
помню, кто там кричал про кризы, типа, Я нормально, не знаю, кто отсюда про него кричал, по-моему, его никто не знал. я. Как это не знал? Я, например, вообще первый раз про него услышал, вот именно на этом чемпионе. Ну, Тим, ну сейчас, мол, берет 3-3. Не очевидно, пока кто выиграет. Если Смол еще немножко напряжется, они вытащат. Еще немножко. Почему нет? Куда уже Ничего, больше? ничего не попадает он. Сейчас три лайты, ни одно не попал. Начинает двоих давить, сейчас будет дабл. Да, один нас нет. Спыл. Да, есть дабл, мульти. Дабл, мульти. Мульти килл. Смол опять тащит весь раунд. Всех ебашит. Подряд. Остается Пеппер. Пеппер 60 хп. Особо он тут не отбегает, в принципе. Мол, фуловый, Крис, фуловый. Почти Расти. Ну, Мол, Пеппер убивает. Интересно. Он буст брал, да? Да. И пропотерял его. Пропотерял. Теперь снова 0-6, блядь. Чему Снуп-то перестал? Ну, не его карта. Хотя пинг у него. У него ПЛ, у Снупа ПЛ 5. Хотя у Криза ПЛ 4 тоже вот. Может быть, немножко Форс мешает. Случайно врубил. У них все случайно происходит. Случайно убили, случайно попали. Ну да. Случайно включили инвиз. Ну случайно пока выигрывают, смотри-ка. Снуп убивается. Кофе делает дабл. Снуп 0-5. Сейчас. Нет, ничего не смог набить. Я думаю, если Снуп с ламаганом будет просто прыгать и стрелять, он и то больше наберет. Мол, сейчас в два раза больше имеет очков, чем вся его команда вместе взятая. Он играет один, можно сказать. Ему даже, может, одному легче было бы, я не знаю. Я и говорю, если убрать Криза, то они бы не набивали на нем адреналин. И Смолу бы легче было. Заспамили Снупа, зачем он полез в этот коридорчик, вообще бестолковый, понятно, хреновое место, там нельзя стоять. Забустился кто-то у нас. Давай посмотреть. Ага, забустился Смол. Хедшот. Пиёк. И кофе забустился. Мол, адреналин кончился, немножко он не доел. Ну, 220 мог бы еще немножко съесть. Так, спалился кофе. Правда, не попадает он ни хрена. Кофе теперь будут ждать. Пока у него сейчас... А, поднакопит, теперь можно лезть вперед. Ну, кофе упустил свой шанс. Он его нашел, по-моему. Услышал. Слышал, но пока не точно. Справа увидел. Увидел, но, блин, не успел. 220-185, пока не такой большой разбег по хп. Кофе зря, конечно, снизу стоит, здесь ничего не попадешь. Зачем-то Смол вниз упал. Ну как зачем? Он это его... неудачно. Ну, сверху его мог бы задавить. Кофе хотел убежать, и Смол его просто поймал. Может быть, сыграл он, в принципе, победу. Он начал сверху, это более выгодная позиция. 4 в 5. 3-5 счет. Дамаг за раунд, Бог пишет, я не проследил, но я ему на 100 верю. 700 дамаг за раунд, это нормально. Если был бы 700, был бы сразу 4 покойника. В инвизе бегает Расти. Памят кого-то там, не пойму. И ловит хедшот от кофе. По-моему, случайно. Кофе стрелял вот в смолу. Что-то все ему не везет. Он зашел, вроде нормально все делал, понимаешь? На мгновение показывается, ловит хедшот случайно. Кофе, наверное, сам не понял, в кого он попал. Он, наверное, то даже у меня его вообще было, не видел, что он в инвизе там кто-то был. Он даже, наверное, не знал. Я так же было. Можно было, конечно, пошутить, что у него триггер сработал, но... Ну, а чё, сейчас пошути. У нас... ну, шутка уже прошла. Не хочу просто кого-то обвинять, это... 60-11 по хп, у кофе чуть поменьше, но до первой лайты идет игра. Смол до сам себя надмажил. Смол все-таки. Странно, как сейчас флаг не попал. 5-5, очень ровно идут они, нос к носу. Вот это интересно посмотреть. Играют они аркадно, не прячутся, все лезут вперед.
чем-то похоже вообще на игру на паблик, это не похоже на четвертьфинал на вылет, но посмотреть приятно, знаешь, когда вот начинают в конце раунда отбегивать, там прятаться по углам, это неинтересно. Смотреть приятно только на смол. Кофе и смол, они уже оба минус теперь играют. 3-2 команда смола. Нифига себе, Крис нас что-то услышал. Они без него играть. Смогут сделать. Смогут они что-то без него сделать. Панк там тоже не игрок, у него 0.7 ППР, 2.9 ну, КД. И как бы баланс получается. Там какой-то как бы, теперь баланс, да. Пейпер против Криза. Ну, Пейпер ХП нормально. Ну, Криз, в принципе, ну, вообще фуловый, смотри. Какой-то тут рокет пошел ненужный. К чему? Ой, вообще ничего не попадает. Куда-то кидает плюс. Ой, его просто двумя ломаганами задавили. Снова где-то ничего ныкался. Не попасть. Я не знаю, он... То ли он перенервничал, то ли ему мешает его ПЛ. Я не вижу хотя ПЛ пропал. Ну, вот, мне прыгает. Вот сейчас 3 ПЛ у него. Ну, это херня. Ну, не, ПЛ, когда у тебя пропадает выстрел. Но он, в принципе, стрелял, только он не попал никуда. Все-таки Крит, смотри, выиграл тоже ломаган. Смотри, молодец. Я говорю, он нас услышал и начал что-то делать. Услышал? Пьем. Молодец, первый пик. Давай, брат. Дави. 5-6. Вот Снуп бы еще начал играть. Снуп? Нет. Снуп, он... Знаешь, он вообще такой токсичный человек. Там, наверное, сращивает какой-то. Хотел бы послушать, но... Нету там срач. Да не может быть, Снуп в команде же... срача нет. Не может я же был в их тиме один раз. Я тебя, конечно, знаю, но я тебе не верю сейчас. Вот сейчас не верю. Ладно, Снуп опять сливает, изи. Снуп вообще не разговорчивый. Ну да. Да ну не может быть. Как не может, блядь? Я с ним постоянно играю в сбор. Постоянно с ним играешь? Ну на сборах он играет. А, в Ассолт, наверное, да? Ну да. Но это другое дело. В Ассолте он может повежливее. Так он любит поставить. Ладно, неважно. Что там у нас у Смол? Смол на 2 хп. Бля, ну Крис, так, смотрите, Крис начал ебашить. Начал ебашить. Может он подрубил чей-то? Давайте раунд за Криза. Знаешь, ты смотрел Кровавый спорт, а, или какой-то такой фильм с Ван Даммом, когда он там вспомнил старые вот эти вот приколы, которым его учил его наставник и начал ебашить в конце. Ты помнишь такой фильм? Нет. Может быть здесь что-то... Не помнишь? Нет. Это известный фильм такой. Может быть, что-то такое случилось. Крис вспомнил, как он играл раньше. Может быть, свою карту и начал раздавать. Там, причем в фильме-то... Опять, смотри, он сделал. Берет буст в начале раунда, ходит фуловый, 25-25. И не может скрыть свое ХП. У него просто тратится адреналин. Это он, видимо, решение. Видел, как я бустер юзаю. Точно так же сделал, но... Я-то при этом пушу сразу врага. Ну правильно, надо сливать лишнее здоровье, чтобы он восстанавливался. А он, берет. А он не знал, где враг, и просто так проходил. Это было странно. Сейчас рокет нормально у него заходит. Может убить. Ну, не попадает. Отойти надо. Да не стой под шипами-то. Ох-ох-ох. Сейчас рокет это зря было. Во, нормально. Ламиком, сука, ламик. Эх-эх-эх, давай. Ламик, достань. Ну почти 12 хп. 12 хп, блин. Ему то ли инфа не прошла, то ли он, не знаю, не смог. 6-7, по крайней мере, сейчас счет особо не изменился. Также равны тут команды. Это пиздец. Вот это уже интереснее было, чем этот Хеопс. Там Смол просто отдался, конечно. Неужели бы никто не крикнул ломаган? Если он сам не додумался. Может быть, он слушает музыку, играет без звука, хрен его знает. Сейчас достаточно успешно с фангом перестрелился, кстати, накидал ему неплохо. Сам почти ничего не получил, но сейчас получил от кофе зато. Смол опять 60 хп, опять. Проходит 30 секунд, он уже где-то ловит 2 лайты. Где он их ловит, непонятно. От кого? Делает минус пеппер. О, сейчас было лайта, конечно, жестко. Сейчас своего пойдет, не попал, нет. Ну, опять погиб. Ну, по очкам непонятно, что там у Смола по адреналину. Он уже сделал 2 буста и 2 инвизибл. Уже 4 заюзал этого адреналина. Вообще, думаю, сейчас уже будет. Ну, потому что очень много попал. Опять ловит лайту, опять перестрел. Минус пеппер. Ну, прям все стандарт попал. Начинается, да. Сейчас ему еще одну лайту, что было. Ну все, адреналин есть. Наверное. Сейчас 4 в 2, в принципе, но пока ему не нужно, они сейчас и так должны ставить. Мы считаем всю команду. Еще делает минус. Опять делает. Троих опять убивает.
У него уже 6000 дамага, 6 хедшотов. Что у него интересно? По статистике-то. Ты кофе. Кстати, между картами. Ты видел, где кофе был? Полистай. Лол. Смол сейчас бустер заюзал, по-моему. И сразу да, умер. Dark Horse. Да-да-да, он бустер заюзал. У него теперь 3 да бустера не. В статке. Кофе-то Dark... понятно. Я говорю, смол. Я понимаю, я тебе говорю, я смотрю, сейчас статку смол. Тут же написано комнус. Я до этого говорил, было 2-2. 2 буста, 2 инвизибла. Сейчас у него 3 уже буста. Значит, он только что один заюзал. Неудачно получилось. Да. Это решающий буст был. Кофе идет еще на один Dark Horse у нас. Удачно сейчас отбегается, если он сейчас ну, не шумит потихоньку. Ну, Снуп фуловый, но Снуп он 0.7, извините. Расти фуловый, блядь. 1 на 11 фрагов, это как-то несерьезно здесь. Снуп уже не фуловый далеко, ну и кофе уже тоже не фуловый. Ну, расти фуловый еще. А, кофе 60 кп, я думаю, должны брать. Нереально. О, меник пошел, меник. Все-таки Снуп молодец. Зря я его сейчас ругал, молодец, Снупчик. Ох, Снупчик. Ну уж втроем-то, блядь, может. Можно. Сыграли. У Смола лайта 42%, а Шок почему-то только 13%. Слабовато Шок. Ну что он слитый только стреляет, что больше урона ну, наносит. У Кофика поравнее, 35 лайта, 21 Шок. Да не в том дело, что он стреляет с лайта, а в том, что он с Шока не попадает. Да он с него не стреляет. Ну 60 выстрелов, 5 фрагов, почему не стреляет? Стреляет. Ну это мало. Нормально. У некоторых здесь 5 фрагов нету вообще. Кофе зажали, 5 хп. Не, кофе получил фул флаг, это забей. Да, все. Flawless Victory, 7-9. Один раунд команда Смола сейчас сыграет. Ну, думаю, да, че. У Смола сейчас еще снова будет адреналин. Ну, сейчас должен быть адреналин уже в команде кофе. Пока никто что-то ничего не берет. Не, по-моему, кофе особо ничего не добило. Там, по-моему, все живые были тиммейты. Смол опять ловит лайту какую-то. Левую. Ой, кофе умер, ну все. Минус было. Кофе, минус крит. Минус форс. Ну, смол, да, фанк фуловый, но один он здесь, конечно, против троих ничего не сделает. По картам сейчас будет 1-1 у нас. Смотри, немножко попадает, у Снуп делает минус. Сейчас если сейчас он удачно еще отбегает, и еще и буст возьмет. Да не. Подожди, 24. Не, он сейчас может взять второй, кстати говоря. Правильно, у него был один увиз. Если сейчас немножко набьет, он может взять. Сейчас возьмет, смотри, буст. Да, Смола он не убил, это себе. Ну я с бустом, да не пере... возьми буст, не перестреливайся. Эх ты. Ну 27 очков у него тут по-любому было 100 адреналина. 1-1 по картам. Это была карта Пеппера. Он ее проиграл. Первая карта была Смола. Смола ее проиграл в Хеопс. Сейчас будет пик Пеппера опять. До 3 побед мы играем. Проф сливает инфу, надо вот каких-то спеков. Тем более Криза из-за этого лагает. Капец, 102 очка набрал. 6-0 ППР. У него был 5-0, по-моему. 102, 6-0. А сейчас 6-0. О, задрот, задрот. 42 лайта так осталось, Шок немножко нас поднял. Пиок 35 лайта, 20 Шок. Пейпер 24 лайта, 15 Шок. Форс 26 лайта. Ну, остальных так, статка, можно сказать, ниже средней. У Расти 10 шок всего процентов, 12% лайта, вообще ничего не попадает. Примерно столько же. Так, сейчас будут выбирать. Рендаль берет смол, хочет затащить на своем аимчике, пока у него поперло. Ну 6-0 ППР, в принципе, конечно, бороться против такого сложно, но можно. Ну на Гринделе, я думаю, смол расстреляет. Помнишь, как он против Наута играл? Я не смотрел, если честно. Ну, короче, мы... если он против Наута затащил, то против этих точно затащит. Мы играли против Смола, мы ему проиграли. Я даже не помню. А, нет, мы же не 2-0 выиграли у Смола. У него выиграли камбы раунд 9-10. По Ремене. Надо брать карты спамли против него. Зажать, чтобы некуда. Можете перестрелять здесь. Но на Хеопсе он, в принципе, тоже должен был перестрелять. Но почему-то не перестрелял. Ну, сейчас он разыгрался. Он до этого разыгрывался, он на паблике. Ну, паблик это не то. Один из следующих.
Три минуты перекур, Не, выбер. грендели, я думаю, точно засну. У тех нету столько эйма, чтобы выиграть. Хватит кофе аим, но тем более у них хэдшоты Там и Расти считаются. здесь шоки издалека неплохо тыкает. И Слуп тоже. Ну, тоже, кстати говоря. Вот эта карта, по-моему, Слуп, кстати. Мы когда играли на паблике, нормально Слуп здесь играл. Вот Фанк немножко может... Фанк и Форс. Даже не... Я, кстати, когда за Форсом смотрел, вот он когда залетает с руки, там, на ранке, на таких спанных мапах, на кемпе, залетает, то ли сам убьется, то ли разменяется, в общем, такие дела. Но если смотреть, когда он играет с лайтой и шокой, нормально попадает с лайтой и шоки. Почему он с ней не играет, непонятно. Но он не так, кстати, давно уже научился с лайтой и шоки. До этого он просто играл все время с руки-то. Это не особо важно, как он давно научился. Сейчас он нормально с ней попадает. Почему-то он с ней все равно не играет. Понимаешь, в чем дело? Ну, я говорю, привычка осталась с Рокетом. Привычка, выработанная годами, hey, да. Wake up. Что там такое в треске? Вейпер почему-то... Он, по-моему, не курящий. Наверное, у них какой-то тактоз. По тактике хотел сказать. Гол пишет Райси. Проверь стрим, я сворачиваюсь. Поделитесь. Делите команду. Проверь сейчас стрим. Посмотрим. Просто сворачивался. Я понял, сейчас глянем. Сейчас посмотрим. Да, да, есть стрим. Работает. Сколько там хоть человек? Не мог ты не поделиться, сейчас 3 в 5 почему-то. Я уже сейчас команду, даже Пейпер, Кофе, Фан, у него кто еще четвертый? Форс. Форс уже чей. Сколько человек ты смотрит? А у Расти, смотри, какой-то префикс ВМ перед такой, какой-то план такой. Че? Ну, у Расти ВМ что такое перед ним? Хз. Может, имя закону, и фамилия. По закону жанра должен какую-то интересную историю рассказать, что был такой клан давным-давно. Поддержал. Ну ладно. Форс тоже. Фарсийская Република. Странные вообще здесь люди играют, конечно. Интересно, такие личные. Форс-то, да. Да, наконец. Three. Ты, кстати, паузу там держишь на готове, если чё? Хочу её держать. Мало ли, скажут, на поставьте паузу. Ты там будешь логиниться в админ или чё? Две кнопки нажать. Окей. Начали Грендель, пока не очень активно. Смол уже получил лайту. Держит Рокет команда Смол. Смол выходит. Сейчас займут лайту. Да, выдвели команду Пеппер с лайты. Куда-то вниз прогнали. Ну, ловит хедшот от Пеппера. Еще один хедшот. Мол, 1-4. За... А, кстати говоря, начинали они хорошо. Почему он 1-4 сейчас остался их неудачник? Ну их пропушили. Миником давит. Все. Их спину, кажись, просто пропушили. Кофеек сделал хедшот один. Кто еще сделал? Ну, Пеппер еще сделал. 3, 2, 1. Надо Рокет пройти. Кто не попал? Ага, не пошел. ЛГ держит команда Смола. Втроем стоят на ЛГ. Смол один куда-то пытается пройти. Ну, не получилось. Не получилось, да. Ну, вся команда сзади, он пошел вперед. Я, кстати, когда смотрел стримы и играл Смол на Гренделе именно, я не помню, против кого он играл. Еще до того, как он играл против нас, у них вся команда играет вообще от Смола. Смол говорит: так, я, короче, пошел, вы там где-то сзади ходите, ребятушки. И все, Смол как бы один играет, и у них прям такая тактика, что Смол играет, а остальные там где-то сзади, понимаешь, попадают или отвлекают. Ну вот сейчас так было, но Смол сразу да, же... Да, они слишком задержались, конечно, на ЛГ, они никого и не видели, просто стояли. Смол опять и лайту, и кемпинг получил 10 хп. И пошел вниз, упал, ну, внизу там нечего ловить тоже, в принципе.
Ну, меняет оружие после каждого выстрела, у него ЛГ-флэк, ЛГ-флэк. И никто ни в другой не попадает. Да, душит, конечно, команда Пипер. Ну, они более команды как-то играют, не знаю. Пошли все прям раз-раз по разным сторонам. Сейчас Криз остался один на Рокете, его задавит точно. Да, 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 Расти. Не, Расти удачно отстреливается, кстати говоря. Вернулись на Рокет смол с командой. Там всего Расти ФПшные. фуловый. Ну, Расти фуловый, смотри. Да не, у Пепера. Я думаю, смол должен ну, расти. Пепер, ну как лох ХПшный? Фанк 130, спорт 86. Ло, вот это сейчас лайта был от Пепера в развороте. Прошел фанк ДД. О, Расти фуловый, отлично. Расти фуловый, фанк ничего не попал, только спам поймал. И он не видит противника, задний лоб был. Затерялся. О, Расти это зря, против Форса. Или не нормально, зря. Нормально, почему нет? Он раз ничего не попадает. Нормально. Он муфуку прямо с ломагана снял. Ну там Расти у него была возможность сейчас комбо неплохой замкнуть. Но он, если бы он не дергался, замкнул ее. Это когда в тебя шокует, ты можешь, конечно, тебя оттолкнули, ты не попал. А когда тебя от миника стреляет, он мог сейчас замкнуть хорошо. Вот что значит пинг 8, блин. В принципе. Ну у Криза смотри сейчас, ПЛ 6-7, у Снупа ПЛ 3. Да, Криз, пофиг. Как? Ну как пофиг? Как пофиг? Пусть хоть 100 у него будет. По-моему, тоже да самое. Не пофиг ни хрена. На прошлой карте он все-таки сыграл. Рокет попадает сейчас неплохо в кофейка. Он нервничает тоже. Вот после каждого выстрела для чего-то меняет оружие. Выстрел в шоке, потом идет Рокет. Выстрел с ЛГ, идет флака. Понятно, зачем он это он делает. Он не верит, что попали второй раз. Кофеек фуловый остается против троих. Он пытается заспамить. Че? Это, конечно, а, бустер везде был. Он был. Да, он сейчас мог доход сделать. Но не повезло ему. У него был бустер. Сейчас у Форса может быть что-то интересное. Он пока стоит на ЛГ, боится выходить. Спамит Снупа. Нет, не спамит, они шоколадят. Да, кофе попался. Кофе минус. Он в углу, блядь, стоял там. И сейчас есть. Минус форс, и минус форс. Все, смол залетел, как ты говоришь, разыгрался, начал давить. Уже ничего не боится, проходит. Ну там кофе попался так, его в ноль вынесли. Третий фраг, ну опять, вот смол делал третий фраг за раунд. 22 у него уже. Скоро будет брать следующий свой буст. 3-2. Инвиз смол. Зашипел. Посмотрим. Заходит он с ЛГ, 2 попадает, 3 попадает. Ну много сейчас дымали. Отлично, много-много, он раскидал сейчас просто. Невероятно, можно сказать. Ну. Если сейчас не словит спам, то изи раунд. Ну-ка, давай-давай, попади. Не попадает, попал. Замкнул таки. Попал. 2300 был 1600. Это сколько он у нас поймал, значит? 300... Примерно 600 дамага нанес за раунд. Чуть меньше. Кто-то инвиз врубил, по-моему. Форс, наверное, сейчас глянем. Пейпер в инвизе. Будет проходить Рокет по правой стороне. Угнали у него лифт. Пропадает адреналинчик. Зашел. Ага. Да, его да, уже сзади поджали. Смола поджали сзади. Зачем-то тут да, вот да, вдвоем давит. Не-не-не, следующий сзади не успею. Сейчас Мол уже уйдет на лифту. Ну все, инвиз у него сейчас кончился инвиз. Мол, 4 хп, в принципе, неплохо. Повезло, щитом прикрылся сейчас. Ну, сейчас не прикрыл. Ну, кофе понятно, где играет он. Вот. На, том, на том переходе внизу, короче, тусуется. 3, 2, 1. Сейчас будет опять проходить Рокет, он активно попадает ему сзади товарищ лайтой. Да. О, сейчас хороший был. Полфлака видит соперника. Сейчас тоже был хороший. Кофеечек. Почти минус. Почти. Но он, по-моему, что-то задержался, как-то долго в него целился сейчас. Он это, хедшот выцеливал. Легкая мишень, конечно. Один в троих. Один в двоих. И эти двое внизу сейчас. Подошли, подошли, товарищи. Сейчас можно задавить хорошо их. Не пускай его сюда.
Остался один кофеечек. Все. Участвовали, они, кстати, команда сыграли, обошли прям все сверху и начали туда прям бам-бам-бам. Сейчас был хорошо. Да не, просто эти столпились и в одну. Инвиз берет снуп. Выходит с рокета. Ой, хедшот смотрит. Инвиз против инвиза сейчас играет. Кто-то еще в инвизе. В команде Пеппера. Это кто? Это Форс. Заходит ДД. Ну, хедшот был снова. Сейчас. Ну его Тима тащит. Эх, не может. Форс в инвизе. Убил. Убил. Нужно нанести Крис больше дымаги, блин. Пангл. Не, могли и затащить. Могли. Если бы Крис чуть лучше отыграл. Могли. Ну 5-4, в принципе, кофеек в инвиз уходит. Идет. Встречает Смола. Удачно. Сразу ЛГ ему и флэк. Ох-ох-ох, Смол-то, наверное, при смерти уже, да? 7-7 да. ХП у него осталось. Вот сейчас при смерти. Кофеек давит на ЛГ. Бустеры. Блин, Расти, уйди, уйдите. Почему не все к нему пришли? Не бросает команда Смола. Сейчас повезло. Я бросила. Кофе. Расти хедшот делает. Кофе в инвизе. Сейчас минус ну, по-моему, да. Ну, Смол на бустере. Смол в бустере, да. Но на центре здесь особо не попрячется. Там кто-то берет в него спид, что ли? Да, фанк на спиде. На спиде. Ох-ох-ох, это интересное решение. Он не знает, куда идти. Да он случайно его юзнул. Я знаю, как фанк двигается. Не впервые уже, да. Смол будет отстреливаться. Минус кофе, это все. Сейчас 82-52, это наверняка сейчас Dark Horse. Потому что смол фуловый против Форса. Хотя сейчас Форс мог бы поймать. Сложные сейчас попадания делают смол. Не, миник это зря. Он же в бусте был, ты же видел. Какой миник? Dark Horse. Он думал, как Расти сейчас заломаганит, конечно. Ну, сейчас все, конечно, полностью выжил из этого раунда, что можно было. Команда Пеппер не унывает, не унывает, в принципе. И фуловый так достаточно. Размен равный идет. Сейчас будет пушить смол. Нет, на флэг. Не-не-не, пошел. Нет, опять не ступал. Не дают ему залететь туда. Кофе сейчас можно минус. У него вот это самый опасный, конечно, противник здесь, это кофеек. В котором залетают такие хедшоты. Нет, прям раз и хедшот. Очень удачно попадает, бывает. Блять, смолвер, почти. Обошел он его. Он его то ли не слышит, то ли он его не чувствует. Его кофеек вот именно по тактике немножко переигрывает как-то. Раз со стороны выходит, бах, попал. А сейчас он упил. Видел, как Йок сейчас сделал, кстати говоря? Да, он прыгал. Триксанул. Мультикил. Ну, сейчас, смол опять просто вытащил сразу скелет. Ну, кофеек правильно заходил. Откуда его не ждали, в принципе. Ну, смол услышал его шилд и понял, да. Ну, наверное. Заинвизился смол, будет заходить он на рокет. И давить всех подряд. Все, пошла, наверное, инфа лайта, упал вниз. Их угнали лифт, пропадает у него адреналин. Не попадает нихера. Нихера не попадает, только ловится. Ну сейчас он уж попал, ладно. Да не, он много попал. Немного он попал, хватит, он две лайты попал, а немножко флеков. Расти завис, наверное. Нет, Расти пошел. Расти делает дабл. Стоял, да. Ну, не знаю, может быть, надо было кошку кормить. Хрен его знает, всякое бывает. Не, ну. Че там не стреляет? Почему-то он не стреляет? Там сила у ХП. Тима может. А, у него пуха, наверное, не стреляет. Я понял, это баг. Пауза. У Расти не стреляло, по-моему. Пишет Найс Раунд Смол, который, в принципе... ну, Расти-то мне при чем был вообще. Так он стоял, потом он шел, и у него не стреляло. Да я понимаю, бывает такое. Там если есть такой баг, есть такая возможность, нажимаешь клавишу вывести оружие, тогда, в принципе, должно стрелять. Но бывает, что не срабатывает. Бывает, что не срабатывает. Раунд проплачен 6-6. Нормально. Ровненько идут. Просит кофе пару раундов. Ну ладно.
Можно еще, кстати, посмотреть за каждым понемножку. Да, нет. За кризами я точно не Не, я буду. не знаю, просто кого ты спекаешь, я-то, в принципе, за всеми смотрю. Я за смолом только. Да ну хватит, зачем ты тут засуть? Ничего себе, как что за звезда такая. За смолом Звезда, тут. вообще-то. Все проплачено. Пользуясь случаем, хочу передать привет. Там сколько народу-то? У нас-то, по-моему, человек 20 сидело. А как смотреть, как сколько народу? А, 16 человек сидит. Ну, так же, пример. Они не чатятся. Ну, правильно. Ну, что я и не прочитаю. Я хотел чатик настроить. Я тебя почитал бы что-то. Но я что-то забыл. Потом настроил. Я нашел Растя. Ну давай за кофе посмотрим, почему нет. Ну давай. У него три хедшота. 45% это. Плохо. Понятно, куда он смотрит. Он делает какой-то тактический спам, рокетом по центру. Проходить он не хочет. Стоят они на респе. Его проходит кто-то. Он услышал, в принципе. Хочет посмотреть. Уже обошли их. У кофе что-то на месте. Стоит. Аккуратно. Сейчас смол. Попытается, наверное, пройти. Да, он его заметил. Не помогает. Он своему товарищу пропрыгивает мимо. Кофе вообще ничего не сделал за раунд. Ничего не сделал. Ну мы еще посмотрим баронка человек. От любой перестрелки кофе убегает. У него двое лоу, сейчас если Пеппер умрет. Попадает даже свой. Может под специально попадает. Так. Там где-то миник звучит. И бустер кофе врубил. Буст. Да он мог, наверное, добить и на тех хпшках. А, против он же почти Криза. Фуловый был. Я Криз фуловый, в принципе. Ну как, это не вообще, страшно. У него было там что-то 101 или 120, или 106 было, что-то такое. Маловато все-таки. Чтоб кофе приберег, я думаю. Ну да ладно. А, ничего не пропал. Величайший фраг. Ничего не попал. Ну, Коф, покажи нам. Нестандарты, как-то он заходит по центру. Тут уже сзади да. Там его жмет. Не по-тихому заходит. Встретился со Смолом. Смол себя задамажил флеком немножко. Вот это пипер неудачно. Как-то неудачно вышло сейчас, да. Хороший флайта была. Ну. Достаточно. Ну, да, мага. И там тоже убивает кто-то. Снуп Криза, по-моему. А, нет, Криз Снуп убивает. Хотя Расти перезашел, у него 4,7 ППР. Вообще как у Смола. 4 убил, фрага. Наверное. А возможно, почему нет? Переигровка. Ну, Смол пока, в принципе, сейчас будет 7-7, да, 7-7. Нет, что-то неинтересно за кофе Смол. Лучше Смола. Да он ни хрена не попадает. Только ловит. Ой, опять своего. Смотри, вот прошло 12 секунд, у него 48 хп. Где он столько набирает, я не пойму. Там комба была от кого-то. Там он, по-моему, какую-то херню поналовил. Так. Блин, О. Неудачно. Ну, опять команда Пеппера
практически фуловые. Блин, и сейчас тот раунд, когда Расти стоял за решает. Там, по идее, если Расти играл, они бы его выиграли. Да хрен его знает. Так там смо почти всех. Там они лоу хп прям были. Ой, эти все столпились, эти поджимают их. Ну все, это раунд за ним. О, хорошая попытка была. О, Сипфорс еще раз попал. Ну, вдвоем кофейка зажали, зажали. На центре Форс. Форс, конечно, неудачно стоит. 8-8. Тут каждый раунд такой, последний, можно сказать. Инвиз от своего. В инвизе. В прошлый раз он так же заходил, ничего не смог сделать. Посмотрим сейчас, сейчас что будет. Тут уже ДД все бросили, остался один фанг случайно. Минус. Вообще фангу не везет, по которому он посмотрел, смог всегда на фанга навекает. Самый как не везет? Он как бы чувствует, что там против него особо нечего трепыхаться, да и... Погибает. Да не, просто первый, кто стоит, всегда фанк и смог. Может. Поэтому фанки не может. Там набрать. Еще форс в инвизе. Странно как-то получилось сейчас. Бежать надо от форса. Бежать надо. Поймал. Зря он сейчас там раз. Пытался. Неплохо миником сыграл. Оба лоу в команде Paper Coffee, 61 форс 17. Сейчас только Снупу надо свой бустер отбегать удачи. О, Снуп хорошо, сейчас попал. 17 хп у форса. Лоу, еще хп. И хедшот. Ну, все-таки что-то. Не, смотри, неплохо, наверное, 38. 2-1 ППР. Ничего. Он бы так на Гбале играл. Зашипел Расти, у него инвиз. Будет проходить ЛГ. Какую-то неудачную позицию, будет прыгать с лифта на ЛГ. А здесь никого, да? Прости, а нет, есть. Ничего не попадает. Все четверо здесь на респе. Раз ничего не может попасть, правда. Какая разница, он просто отвлекает сейчас противника. Он попал теперь. А смол сзади просто расстреливает. О, хэдшот, видел какой хэдшот? Не, не видал. Ну, я за Раз смотрю. Раз сейчас раскидал, кстати говоря, просто. Два хэдшота от смола. Сейчас было хорошо, они со смолом зашли одновременно. Раз инвизи просто... Пушин и все. Да, по карте. Одну карту выиграет команда Пеппер, две карты выиграет команда Смола. Сейчас будет команда Смола выбирать карту. В смысле команда Смола? Они же выбрали играть. Это команда Пеппер выбирал. Нет, это а, Смола. А, не, подожди, правильно, это Смола выбирал. Значит, сейчас Пеппер выбирает. Точно, точно. Сейчас, если будет 2-2, будет следующий десайдер. Буду черкать. Ну покажите нам пир-ту-пир, ни разу не видел вообще карту. Кстати, они могут взять, я не помню против кого-то. Сейчас она у всех будет качаться, наверное, да? Реально санса стандарт. Ремеди. Правильно, против смола ремеди закатит. Мы у них выиграли. Конечно, такое. Не-не-не, нормально, нормально. Против смола попрет, почему нет? Пошел. Можно я сухариком похрущу немножко? Хрусти. Спасибо. Кстати говоря, мы с ними сыграли со смолом там. Выиграли еле-еле 10-9 у них выдержки. Еле-еле. А на рейме 10-7 уже так более-менее мы уверенно сыграли там. Microphone и против Бугати мы играли тоже в рейме. Поэтому, кто будет играть против этих команд, вы знаете, что можно здесь выигрывать. Карта нестандартная. Особо не дашь. Она не пристреленная, люди не знают. Здесь я думаю, для Кофи самое то с его стилем. Его трудно будет убить. Он будет там... Посмотрим. Здесь керец. Если сейчас будет 2-2, я буду только рад посмотреть на десайдер, там уже... Не, пусть такой... лучше смол уже выиграет и все. Не, давай лучше посмотрим. Я за Пейпера болею.
Как бы предвзято, конечно, относиться, когда комментируешь, но... Да пофиг. Кстати, у Смол команда интересная, играет только Смол. Это как-то очень интересно. Ну почему? Там Снуп. Расти неплохо играет. Расти. Да нет, все играют, ребята, но команда прям завязана. Очень они вначале не играли, а сейчас вроде как разыгрались. Вот сейчас, когда раунд начинался, я думал, сейчас будет раунд с Молом, потому что был минус Пейпер, минус Фанк, и они оставались, 4 в 2. И все равно вот эти два человека, Форскопер, 2 в 4 они выиграли. Ну, карта такая. Карта такая? Не знаю. Может. А что ты говоришь, типа, кофе со своим стилем должен здесь, типа, тащить? Что за стиль такой у него? Ну, он... Стиль у него крысы. Крысы? Он везде шкерит. Он просто особо не лезет, когда не надо. Да не, он прям шкерит. Я бы не сказал, что он прям крысит. Он и ВС так же играет. Ну правильно, он выстрелил, раз за стену, бах, за двухком, отлично. И ушел. Лагают у Форса. Я не вижу. Форс пока на первом месте, смотри-ка. У него ни ПЛ, ничего нет. Ничего нету. Компуктер старый. У них тоже крит лагает. 1-1 у всех лагает. А если было бы 9-9, какие бы тут лаги были? О-о-о. Я не знаю, что-то все беспорядочно бегают. Ну, инфу не могут давать, где тут находится, понимаешь, сторону сказать. Пойдемте туда, пойдемте сюда. Где здесь что лежит? Никто этого не знает. Кофе сейчас хэдшот сделал, смотри. Два хэдшота уже у кофе. Я здесь же говорю, он тащит на этой мапе. Давай от него посмотрим немножко. Давай. Ну, кофе активный, спамом пользуется. Видишь, Смол все-таки не так играет. Смол там лайтшок. А кофе и рокет и постоянно у него, и флаг идет. Он там мимо где-то пробегает, какой-нибудь проходит, рокет раз и пустит. Смол все-таки так не делает. Хотя, правда, кофе ничего не попадает в этот спам. Смол потому что может хорошо свои ты попасть. Ра! Ну, это пин, конечно. Да. Триксы пошли какие-то блатные. Ну, я же говорю, он там триксы всякие, все такое. Ну, сейчас он ловит сам. То ли хэдшот это сейчас был, то ли лайта просто, я не понял. Ну, лайта просто была. Ну, сейчас он расти продамаживает. Да, и он отходит удачно. Даже не боится, назад не смотрит, а идут сзади там или не идут. Чувствует соперник. Расти добивает форс. Ставится Снуп. Ну-ка, Снуп. Ну, 75 хп можно жить, в принципе. Если сейчас он наверх не полезет. Полез и выдавил отсюда форс. Теперь сейчас будет сам держать. Я не стал. Ох, ну... Надо зачем добить кофе. Зачем ты упал? Надо было держать. Держать было сверху надо было. Зачем он спрыгнул оттуда? Хорошая точка была. Кофе в спину хочет его. Просто встал здесь в углу как-то бестолково. О. Добил, смотри. Ну, по хп тут, конечно, форс. Ну-ка. Теперь уже по-другому все сложилось, смотри. И пошел буст у форса. И форс куда-то вперед лезет, тебе надо просто отбегать. Увидел Снупа. Хотя бы на бустер разве. Он выиграл, но он сыграл сейчас неправильно, конечно. Надо было побегать там. Но выиграл, в принципе. А у Снупа, кстати говоря, 14 тоже. Адреналин. Ой-ой-ой. Сейчас, может быть, что-то и будет. Пока не хочет шипеть, сбивается форс, обсмала. У Смола не получается пока на этой мапе так тащить, как на Грендель, например. Крис сейчас куда-то там стреляет более-менее успешно. Что-то даже попадает. Кофеек берет буст.
2 в 4. Мало команд не то, что фуловые, но двое прям фул. Так что не знаю, не очевидно это было решение, конечно. Пейпер сейчас сольется, конечно. Вот чаще я вижу, Смол просто бегает уже минуту, наверное. И не может найти никого. У меня так получается, я сейчас говорю, Пейпер сейчас, конечно, сольет. У меня было 7 хп. Только сказал, раз Пейпер делает фраг. Кофеек уже отожрался конкретно, конечно. Опять Dark Horse будет, в общем, да? Эта тима, ой, мапа хороша для более слабых тим. Потому что задроты не могут найти просто соперника. Да хватит, ну почему более слабый? Чего ты взял, что у Пейпер более слабый тим? Не, я говорю против задротов. Это карта. Мол, запустился. Подходит. Будем смотреть теперь. Пока вот задроты ищут, кого убить, там уже с его командой расправляются. Ну, как карта большая, сложная, да. Тут есть такое. Пока перебежишь, даже если знаешь, где там проходит бой, ты пока оттуда добежишь, это много времени пройдет. Я говорю, поэтому, видишь, отрыв небольшого смол. Смол пока шумит. Кофе его, видимо, услышал. Особо затаились, не дождутся, не прыгают, слушают друг друга. Ну, смола больше. Хочет. Смола больше, да. Ну, если повертаем, то... Увидел. Откуда кофе увидел? Встретились. Теперь у кофе больше. Хоть и немного. На 4 хп всего. Пошел овертайм. До первого попадания сейчас. Сейчас первый выстрел, то думаешь, и побежит прятаться? Да? Наверное. Ну, неудачная позиция, конечно. Кофе не туда смотрит, не в ту сторону. Они разбежались, вообще друг друга не видят. И там хрен в разных сторонах. В разных сторонах. Кофе не доджится, вот просто пешком идет. А вот смол шумит, вот, кофе слышится. Да, он специально пошумел, наверное. Да, нет. Нашли. Нашли, встретились. Хотят встречаться. Оп, все. Удачно. Видишь, побежал. Все. Сейчас будет спам назад, сейчас может быть. Кофе пытается догнать. Миник 18 хп не догонит. Это пошел шилд. Это овертайм, да. Ну не очень красиво, конечно, но раунд есть раунд. Почему нормально? 3-2. Не, ну должен был просто встретиться с ним, перестрелять его. Да, в принципе, мог он его перестрелять. Это о чем речь? Мог он его перестрелять. Ну не стал. Ну кофе мог рандомно хедшот поставить. Мог он поставить. Да нет, ну кофе тоже айми плохой у него, в принципе. 32 лайта, 25 шок. Шильная комбо сейчас была. 36-42 у смола. 36 лайта, 42 шок. И опять фанк попался. Бедный. А нет, это форс был. Нет, опять фанк, минус 2, форса и фанка не отлетают самые первые в команде Пейпера. Потому что фанк на смола попадается. Да не то, что он играет слишком как-то аркадно, он тебя не бережет, вперед ломится. Нет, на него смол нападает. Ну, бывает и так. Как его отсекают-то? Кофе 1-3 остался. Уехал на лику. Какой-то изи раунд был. Да, 3-3. Расти на этой мапе прям чуть не может. Мает кофе топ. Видимо, он ее не знает. Опять фанк. Ну, правда, сейчас в Грассе. Ох, что-то убивает. Как он там ругается, наверное. Смотри, у него сейчас. Тоже 0.5 ППР, 1.7 по фрагам. Ой-ой-ой-ой-ой. Не отпускай кофе. Дави смола, давай. Дави его. Вот, лайту ему одну. Ох-ох-ох. Сейчас он его прям чувствовал, что он туда упадет. Ну, или у него был волхак, не знаю. Скорее волхак. 1-2. А вот если бы фангу очень попадался Крис, а не смол, то я думаю, они фангу двое был фуловые. Вполне мог задавить. Если что-то они вдвоем на него кинутся, не буду херней заниматься. Что-то 13 Крис хп. Тормозил. И лайту получил. Сейчас уже не надо, догонять. Он повертаем опять сейчас умрет. Что-то странное Крис делает. Крис уже наловил, конечно. Ну, добил, молодец. Ну там, конечно, у него слишком хп, там что-то 7 оставалось в двух ловах. Уже мало что сделаешь. Может, я смол. Пипер, кстати, тоже плохо играет.
Пеппер? Плохо, а когда он хорошо играл? Ну, на прошлых картах. Когда Пеппер хорошо играл-то? А? Не, он может, в принципе. Да не его, карту тоже, наверное, не знает. Просто. Старый такой веник. Бедный флаг, блядь. О, вот это флаг я сейчас был, видел? Да я все время туда смотрю. И всем же заснул. Прям на море было. Сейчас бы мог в уроке взлететь отлично, но... Блин, даже не зацепил. Опа, фанк. Двоих зажал он. Будет давить до конца, давить будет до конца. Сейчас он не отпустит Пеппера. Отпустил. Непонятно зачем. Вернулся назад. Потому что кофе тут можно набить. Там кофе. Сейчас будет что-то миник, наверное, нет? Нет. О, хорошая флага была, но щит. Забустился кофе и неудачно упал. Будет стоять теперь наверху. Да, а что он забутился? У него хп был, упал, но странно. О, это хорошо прострел. Мол, двоих. Так. Тоже зажали его здесь, конечно. 4-5, пока, в принципе, Смол выигрывает. Но эту команду, эту карту надо брать Пеперу. Потому что сейчас, если Смол берет эту карту, все, он выигрывает. Будет 3-1. Ну и карту. Хорошо. Наверное, устал уже просто, да, голова болит у меня. Но. Да, у тебя горло болит, да, понятно. Ты просто с заложенным носом. Раси там хэдшот раскладывает. Зашипел Пеппер в инвиз в середине раунда. Не очевидно это было, конечно. И там Смол или своего убил, или мне показалось. Ну, хэдшот. Я нет, не убил. А, да, убил Криза. Он тут всех убил, в принципе, Смол. И Криза убил, и Фанга убил, и Пеппера убил. Он всех убил. И Кофика он убил. Пеппер команда у него развалилась. Начинали они, конечно, хорошо. Но эти привыкли к этой карте, видать, как-то. Фанк что-то вообще где-то осел. Смол давит прям. И главное, он заходит, ты понимаешь, стреляет в человека, и человек на него не оборачивается. Он даже не смотришь, у него смол стреляет. Но он занят слышит, в это время. Да и никак не слышит. Он занят другими делами. Он там кого-то еще стреляет, куда-то бежит. И смол прям. У него сейчас 100-100. Он сейчас раздал всем. Да это, наверное, и расчет. Не знаю. Никто на него не оборачивается. Если бы в него бы стреляли ответки, может быть, был бы другой. Ну что ты сделаешь? Если ты на него обернешься, тебя другую в спину убьют. Да, ну на Акбале играли, в принципе, карта была отвалена, всех развалил. На Акбале играли, смол, там дамаг проходил отлично. У него, говорю, было там 12-15 секунд, оставалось 60 хп. За счет этого там они выигрывали. Инвиз смол. Инвиз смол. Почти кофе убил. Да нет, о, пока не убил. Фанк попался. Попай мало. Хэдшот сразу. Двоих. Ну, и заспамили смола. Вот это сейчас повезло. Дробинка так отскочила. Как-то от пола потом, от потолка и убил. Не, ну, они вообще как-то по Крис в бусте. Единственный раз он, по-моему, сейчас буст берет правильно, когда мало хп. Молодец. А все, буст кончился. Неправильно он опять его вернул. Ну ладно. Его дело. Он себе все снес. Да, да, он сам себе все задамажит. Ну нервничает парень. Че поделаешь? Форс троих остается, 45 хп ловить, ничего, форс. Давайте уже, наверное, правда, смол выиграет. На груди как-то начали ориентироваться на карте и пошло дело. А вот у Пеппера не очень. Смотри, форс, ты как? Куда стреляет, ты видел? Нет. Просто в стену херачит форс. Блэк и в стену стреляет. Читы. Он слишком активно дожит своего противника. Слышит, но здесь надо затаиться, конечно. Но не в этом самом месте, где вы его услышали. Затаити тихо, дожи без прыжков. Послушай. А, вот там. Думаю, там тоже оба лоу. Но у него тоже оба лоу, там если сейчас залетит у него рандом какой-нибудь. Оп, раз залетел.
И пошел у него буст. Ой, ну, ой, ой, ой. Форс затащит. Dark Horse. Ну от Форса никто не ожидал, но этот раунд не сыграл. Не, он мог. Для команды Пеппера он молодец, конечно, вытащил. Раунд нужен, кстати говоря, раунд был. 5-7 уже не так страшно. Да не, почему как никто не ожидал? Сейчас на уровне Котика играет практически. Нормально. Ой, сейчас отлично у него прошел, сейчас спам ракетами. Мол, сейчас будет давить Фанга. Опять он его убил. Я же говорю, Фанг, блядь, каждый раунд. Сейчас, наверное, Кобу было на 200 хп, наверное, нет? Или он там каленый был? Фиг за. Прислов. Фангу просто не везет. Да, ему просто не везет. Он просто по сторонам не смотрит, что там его уже... Хреначат. Уже ну, Фанг просто шел в атаку на всех и все. Blue team scores. Было бы больше пользы. 8 у него аккуратности, это очень высокий такой показатель. Охренеть. 30 лайта 48, шок 33. ПР у него опять 5-4. Тут уже нельзя сказать, что он один играет. Уже команда тянулась немножко. Словил спал. И поэтому и Снуп уже раздает, в принципе. Неплохо. А да у Пеппер команда развалилась. Что-то Крис раздает. Вот, а у Пеппер команда развалилась. Ничего не могут сделать. 30 секунд уже минус 3. А Смол просто дополучал спам и на 9 хп бегал. Это ему сейчас надо, сейчас последний раунд, надо что-то менять конкретно, там, радикально. Да не, ничего они уже не поменяют. Они хоть могут попробовать зарашить, уже как бы ловить нечего, если будут так же играть, не слив. Ну, зарашит и уродцы. Последний раунд. Ну, пускай попробует хотя бы зарашить, почему нет. По фасту урод. Там, там уже посмотреть можно. Может, получится, хрен узнает. Может, у них там какой-то адрен сейчас будет. Сейчас его фангу, в принципе, может быть. Нет, ему же ничего не поможет. Нужно просто смириться. Хоть бы раз ты меня поддержал, слушай. Да, хату нам не видать. Хотя стоп, он же говорил о Синахиоксе. Пейтер опять сам типа себя ругает. Поэтому о, хату он должен. Зашипел кто-то, да? Это зашипел Фанг. И, блин, просто отдался Снупу. Он всем, короче, встречается с кем угодно и первый умирает. Кто-то шипит у нас. Это Снуп взял буст. Все, 3 в 2. Без кофе. Ну ладно, на весь матч так на весь. Пейпер лоу. Сейчас погибнет. Не знает уже, куда прятаться. Поверим Тинас. Ну, еще и бустер от Смола и один этот форс. Я же говорил, типа. Все уже. Это карта была Пейпера, да? Это да. Удачно, нет, смотрели. Тебя какой-то лютый, а нет. Зачем форс прыгнул? Он неплохо отспамил. Да ладно там. 5-7 ППР усмол, что-то прыгай, не прыгай, можно просто встать и стоять. Шестерку он не добил. Ну, ну собственно, что там у нас? Команда Смол выходит. Полуфинал. Да. Вышла команда Бугати. Что у нас осталось? Кто будет играть еще? Команда Ампа, команда Наутов. Ну, короче, все. Ну и все, в принципе. Сейчас, кто у нас вышел? Бугати вышел, Смол и команда Роя. Кто на кого попадает, хрен его знает, а сами смотрите. Спасибо всем.